И, собственно, давайте вперед, побежали, побежали. Мы решаем сейчас найти что-нибудь интересненькое в логове плакальщицы. Плачельщицы. Почему я ее плачельщицей хочу назвать? Поплачем, в общем, мы с ней заодно. Так, не нравится мне этот вход. Ой, не нравится. Сейчас как дверь перед носом захлопнут. На всякий случай всем тем, кому интересно, напоминаю, не забывайте голосовать за игры в моем паблике в ВК. И там, собственно, все. Можно найти в предлагаемых играх. Голосуйте, предлагайте собственные игры. Главное, чтобы было больше голосов. Чем больше голосов, тем больше вероятность, что и ваша игра попадет на стрим или в запись. Итак, пустоты. Пустоты, там что-то. Там пушка, кстати, ангельская опять лежит. И это хорошо. Но это плохо, потому что значит она мне понадобится, скорее всего. Лакакальщица, короче, я понял. Оп, красоты, ты падла. Интересно, у меня хватит просто здоровья, чтобы ее угандошить? Думаю, тебе удалось разозлить ее. Давай найдем ее и доведем дело до конца. И в этот раз не валяй дурака! А, то есть я еще и дурака валял, да? Типа фигню и пострадал, тут чуть-чуть повеселился, видите ли, да? Ты это хотел сказать? О, как ангел. В смысле, ангел. Вы поняли, в общем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Здесь ничего интересного нет. Ну, кроме опыта сзади статуи. Точнее, это часы, скорее всего, это вокзал. Вроде бы. Ну, как там он у них называется-то, я уж не помню. Хватило у меня здоровья, чтобы укалечить бедную королеву. Чуть-чуть. Это меня радует. Ладно, стучимся в двери, люди не открывают, видите, проблема, да? Это обязательно было вот это вот делать, да? Обязательно, да? Вот нельзя было без такой вот хрени, да? А мы все идем. Дорогу длинную, дальнюю. Так, нет, надо все-таки прицеливаться в них. А то как-то не то. Что я? Только не говори, что я до них еще и не достаю. Понятно. Ну и последняя падла. Так, здесь полно воды. Из чего я делаю вывод? Что мне как бы нужно разбить вот эту хрень. И это проблема. И это проблема.
Не сюда. Определенно не сюда тоже. Тут вообще только угри. Угри, лучшие друзья женщин. Так. Нашел я таки способ подняться повыше. Так, ясно. Так просто у меня это все не получится. Нужно через попу левой ручкой, как всегда, это делать. Ничего страшного. Так, что делает этот рычажок? Угу. Ну, здесь-то, допустим, просто. А вот дальше у нас где? Ладненько, ладненько, ладненько. Пока только две, да, реагируют? А, нет. Можно-то и четыре даже. Ну, иди сюда, мелочь пузатая. Давай, 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 перебираемся дальше. Слушайте, ну не достанет, не достанет до туда. Как ни крути. И что-то мне не нравится звук, который я там слышу. Кажись, уже понял, что делать. Я такую фигню уже вроде как делал. Чтобы да тут достал. Поехали. Бамс. Не достал, да? Тоже вариант. Ладненько, если глубже. Кстати, вот там то, что у нас, интересно говоря. Там что-нибудь интересненькое есть, а я там не был. Это вроде как пустой вагончик. Мне кажется, что мы еще опустим, так сказать, все вагончики вниз. Скорее всего, это так и будет. Лясы точим. Мы быстрее бежим наверх. В общем, не знаю. Сейчас мы быстренько вот сюда. Потом быстренько там спрыгнем. Там огоньку добавим. Там, не знаю, еще что-нибудь. И все будет чики-пуки. Ля-ля-ля-ля-ля. Смотрите. Блин, не очень хорошо мне получилось это сделать. А сюда. И сюда. Бамс, бамс. Открыто. Постучались в дверки. Твари разбрелись как-то. Все по кто куда. И тишина, главное, никого нет. Так, надо бы подумать, как нам на ту сторону перебраться. Там закрыто все. Вниз точно особо не вариант. Хотя тут хрен пойми. Куда вариант, а куда нет. Там опыт. Это важно.
Да я думаю, выберусь как-нибудь. Во. Тем более, что здесь такая вкуснятина была. Нельзя же ее оставлять, не пойми кому. Только понять, как... Ага, вижу, как выбраться. Видите, все просто и легко. Вообще никаких проблем. Осталось только понять, как взять вон ту хрень. Предполагаю, что там, скорее всего, либо броня, либо какая-то очень полезная для меня весточка. Весточица. Сейчас как, понабежит на меня, да? Ребят, вы слишком предсказуемы. Прям-таки слишком предсказуемо. Оу. А вот это вот было уже не так предсказуемо. Так. Нет, все. Ну ладно, вот эти повеселее, конечно, монстрики, но... Веселье, оно, знаете, такое специфическое. Опять попрыгает говно, да? Только больших количеств, да? Вы тихо, ребят, вы что-то там больно борзые. А, ну хотя вон там здоровье есть, в принципе. Ай. Понятно. Хотел, конечно, эту хрень оставить на потом, на босса, например, но чую, нужно будет и сейчас ею и воспользоваться. Как раз хватило. И дверцу нам открыли. Смотрите, как хорошо все. Плакальщица вниз полезла, да? Вы мне дадите здоровье забрать, нет? Ну, понял, скорее да, чем нет. Так, надо посмотреть, что в этой комнатке было. Как я прям... Молодец ты какой. 5 фрагментов брони. Если мне не изменяет память, конечно же. Да, 5 из 10. Это важно, это нужно. Кстати, я забываю, что у меня есть одно очень замечательное оружие. На вот эту кнопку. Которое может всех моих врагов прям-таки раздамаживать очень больно и весело. А вот на Y в воде пользоваться... Нельзя. Ну ладно, ничего страшного. Все что ли? Вы как-то скучно даже себя ведете, друзья мои. Так, а выбраться-то отсюда, собственно говоря, как? Двойной прыжок. Я понял, понял намек. Так. Ну, мне будет, я так понимаю, нужен ключ. Как бы без вариантов особо. Сюда мне не проплыть, значит, нужно плыть снизу. Все глубже и глубже и глубже. Оп! Еще секреточка. Ускоряет сбор душ убитых противников. Так, стоп. А что если на вот этот меч поставить такие вот эту фигню?
а жнец поставить на вот так вот. Я думаю, что это будет иметь смысл определенный. Потому что эта штучка нам дает защиту. О, как хорошо. Второй черепочек. А нет, это этот. Это ярость. Ну, ярость нам тоже нужна. Ускорение сборов в душе нам тоже пригодится. Поэтому я думаю, что я не зря эту фигню поставил. Пусть и не на целевое оружие, надеюсь, баф будет действовать. 8880. Ну, смотрите, кстати, идет сбор по 5, а был, по-моему, по 3 с них. Возможно, я, конечно, ошибаюсь, но... Хотя даже по более. Бамс. Оп. Открыточка. Ну, в смысле, сейчас глазику передадим привет. Вы же любите, друзья мои, глазику привет передавать, правильно? И я люблю тоже ему приветик передавать. Смотрите-ка. Глазик, помаши ручкой. Жалко глазиков с одной стороны, а с другой вроде так им и надо. Так, походу нам сейчас дадут оружие. И тут же будет учить им долго пользоваться. Все понятно. Та-да-та-да-та-да-та-та-тан, перчаточка. Сладкая месть. Латная рукавица, испускающая ударные волны. При использовании, чтобы зарядить рукавицу, нажмите и удерживайте Y. Оу-оу-оу. Вы потише, ребят. Дайте мне со здоровяком сначала разобраться. А с ним-то, оказывается, не так просто разбираться, да? Башку я ему, в общем, отрубил. Так, минус. Главное, случайно здоровье не взять, а то будет обидно. А так пока нормально. Меня лично все пока устраивает. Главное, мелкие обычно не подбрасываются, это обидно. Но мы и на них управу найдем. Серьезно. Их здесь двое. Ну, давайте мы ему сейчас лага-то по... Лага, говорю, пообромаем.
Что я ему второй раз-то в стену рога ломаю? Прям неправильно как-то. Так. Как-то вы, ребят, меня достали малость. Надо с вами расправляться. А тут прям лезете и лезете. Мне это, конечно, без разницы, какие толпы вас перебивать, но... Чего-то вас больно много. Так, Игрик. Сильнее, видимо, не зарядится, да? Ладненько. Передадим второму глазику приветики. Ля-л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 я. Запрыгиваем на повыше. Слева нет. Справа тоже ничего нет. Глазик, привет. Вставили, прокрутили. Поехали дальше. Неплохая такая лапа. Мне отчасти уже нравится. Знаете, почему-то мне кажется, что я могу подняться выше, нет? Нет, видимо, все-таки не могу. Видимо, все-таки не могу. Есть некоторые ограничения. Так, а у нас, походу, здесь открыли новые места. Так. Так. А вот здесь у нас что? Ярость, да? Ярость у нас полная, не полная, кстати. Неизвестно, короче, полная у нас или не полная ярость, но сейчас будет полная. По идее, у нас она была пустая. О, видите? Я был к тому же еще и прав. Сейчас мы сходим вот сюда, вот, посмотрим, что у нас здесь есть интересного. Шоковый удар, чтобы толкнуть взятые предметы при помощи рукавицы землетрясения. Нажмите и удерживайте. Игрок. Удерживаю. И... А! Понял. Понял шутку юмора. Только мне нужно, видимо, ее вниз опустить. Завезли. Ну, давай, двигайся дальше-то. Подымем-ка ее повыше. Ну что, надеюсь, прокатит. Прокатило. Видимо, это будет еще выше. Логично. Передвигаем ее к краешку. Ага, хрен там. А, понял. Лоханулся, простите.
Так, вот теперь отсюда долетаем сюда. Шикарно. Теперь, чтобы этот объект взять, нужно бежать с самого начала. Сначала прыгаем сюда. Отсюда прыгаем сюда. Отсюда прыгаем сюда. И уже отсюда прыгаем только вот сюда. Этим древним бла-бла-бла мы граждали только лучших. Бла-бла-бла. Да ёпрсоте. Ёпрсоте. Что за фигня-то такая творится? Прям. Спокойно, не поработать. Вообще. Не дают нормально попрыгать. Персонаж все время куда-то падает. Так, удерживаем и... На! Поднимаем выше, что? Выбор-то у нас не особо-таки большой. Двигаем, собственно говоря. Ага, то есть она еще не плотно привлекает. Нет, плотно. А почему я упал тогда? Ладно, не будем на этом заморачиваться. Так, ну, до туда я однозначно-то не долечу, я вам скажу, по идее. Где там вроде нету ничего. Ну, возможно, потом, когда-нибудь, там будет что-нибудь. Ладно, неважно. Пока что мы продолжаем вперед наш путь. Через всякие дебри страшные. Отдай мне свое сердце. Так, что-то здесь мелочи очень много. Почему я, кстати, не могу сменить на косу? Так, где там меняется на косу-то? А, рукавица землетрясения, видите, оказывается. По идее, вот, кстати, здесь она и меняется. Вроде бы. А, увеличивает количество душ, получаемых от врагов или других существ. А здесь что? Ускоряет получение опыта при использовании оружия в бою. Круто. Здесь ничего. Но думаю, сейчас мы тоже что-нибудь сюда поставим. Кто бы знал. Оружейник, давайте поставим сюда. Так, ты мелочь, иди сюда. Ты мелочь, иди сюда. Тоже мелочь, иди сюда. Мне кажется, я до тут не добер... Глупый ты, глупый дезертирка. Вот так вот всех минуснул. Просто. Вы что-то, мадам, больно оборзели, вам не кажется, нет? У
вас конкретно ко мне какие-то претензии или... Похоже, она снова тебя обыграла. Но сдаваться все равно нельзя. Видимо, у нее конкретно ко мне какие-то претензии. Хотя, чем она меня, собственно, обыграла, я пока так и не понял. Так, вы твари маленькие. Летайте отсюда. Бежал-бежал за ней, в итоге она смотала от меня. Ладно, чуть-чутика своим коленкам не прокинула. Больно, больно. Ладно, к ней будем сейчас подбираться потихонечку. Ты мелочь, иди сюда. Ты тоже иди сюда. Охреневшие две мелкие твари. Так, на Y, да, точно. Меня аж отшвырнуло, по-моему, вниз. О, электричество заработало. А я аж малость выплыл. А, вот, смотрите, как, оказывается, сюда пробираться можно. Муха-ха-ха. Карта. Ага, то есть она теперь показывает мне... Оба-на, а вот и босс. Босиха, точнее. Ага. А, то есть, постойте, получается, в каждом есть, да? Ну ладно, в следующей серии мы узнаем, что же именно есть в каждом.